the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Друзья, ну что, всем привет-привет. С вами, как всегда, я диджей Борискин. Поехали, ребят, прокатим GTA-шку сегодня. Вчера, наконец-то, мой персонаж сюда хотя бы диван купил, что ли. Может, вот эту хотя бы комнату обставить. Посмотрим, какие интерфейсы. Вот я не знаю, что вот здесь делать. Вообще нет, на ума не приложу. Эта комната мне больше нравится. Она такая поуютнее как-то. Ну что, посмотрим, что можно сделать. Где-то есть ремонт. Но. А почему нельзя посмотреть? Ну почему нельзя посмотреть? Вот это какая комната, маленькая или большая? Вот это, наверное, входная, да, дверь? Давайте проверим. Да, это как входная, да, дверь получается? А, это вот это типа туалет такой будет, да? Да. Вот в доме посмотреть можно. Вот это что ли у меня сейчас? Хотя вот эти все ремонты, они не такие, они разные. Это не то, что у меня тут есть. А я не знаю, ребят, мне ни один из них не нравится. Кстати, еще ничего. Все по 7500 стоят, да? Их 4 всего. Короче, я не знаю, сейчас посмотрим. Будем по полу ориентироваться, по полу. И посмотрим, какой у меня ремонт здесь. Да вот это вообще хороший ремонт. Мне не хочется переделывать тут ничего. Дверь входная хорошая. Здесь плитка. Тут что, тут вот такая, да, штука. Давайте посмотрим. Абсолютно все другое. Ни одного из этих ремонтов у меня нету, короче, вот. Ну, вот этот очень красивый, но я все равно не хочу, я вот, наверное, этот оставлю. Вот этот ничегошный такой. Вообще, вот этот мне нравится ремонт, да. Его, короче, наверное, я оставлю. Я очень сильно, знаете, хотел, ребят, сюда в квартиру кухонный гарнитур какой-нибудь поставить. Мне кажется, вот в эту комнатку он не влезет. Поэтому, скорее всего, придется его куда-то сюда ставить, потому что он здоровый, на всю стенку обычно бывает. Да, скорее всего, либо вот на вот эту стенку пойдется поставить его, либо вот сюда вот. Потому что даже вот сюда вот он не заместится никак. Ну, смотря какие гарнитуры, можно вот коричневый выбрать в стиле вот этих вот дверей. Как вот диван, видите, коричневый под двери, под плинтуса подобрали, уже прикольно смотрится. Как-то так. Что там мой персонаж? Кушать хочет, не хочет? Сегодня, ребят, ненадолго. Рыбачить я, наверное, не поеду сейчас. Просто что-то не хочется. К сожалению, сегодня опять под запись играю. Не знаю, что-то интернет мне не пашет. Не пашет, да и фиг с ним. Мне поиграть, потом выложу. Вчерашний стрим до сих пор выкладывается. Вот я посмотреть могу. Я его сейчас только начал выкладывать. Сейчас покажу. Вот вчерашний стрим, сейчас покажу. Вот он грузится. 37%, видите, загрузился. На 37% он стоит. Это вчерашний, то, что я долго так играл.
Я его вечером сейчас поставил грузиться, потому что по-другому не успевал. Трансляцию вы приказала жить долго и счастливо. Не знаю почему, надоело, знать не хочу сейчас. Просто поиграю, покатаюсь. Прикольно, если бы сделали еще, конечно, вот чтобы гараж можно было весь обставлять. Какой-нибудь супермаркет для гаража специальный. Или чтобы ворота открывались, и ты нормально прям с гаража выезжал. Не так вот, как тебя там выплевывает, просто как машину заводишь. А по-нормальному что-то сделали бы нормальное, короче. Не знаю, пойду тусить, не пойду никуда тусить. Наверное, нет, потому что я сейчас ненадолго, поэтому особо не хочется ничего. Что за хрень? Вот тебя выплюнуло сразу на какую-то хрень. Почему так? Через заднее место. Колеса вон во. Неужели прорисовалось? Поехали сюда сначала. Это просто дичь какая-то вообще. Привет всем. Как дела? Да, чем мне занимаетесь? Мне надо вас спросить, а Виталия, можно тебя попросить меня довезти? Тебя? Да. Да куда? Артист, так, здорово. Чем я думала, Чес грузится, а Чес уже в пазике. Арти, пока! Пока-пока. Пазик это самое лучшее, что есть на свете. Лицензию на оружие я так и не получил. На рыбалку тоже. Ну, хотя на оружие надо получить. Чтоб мушкет покупать можно было. Угу. Зря прибежал сюда. Сегодня тут ничего нету. Ладно, птички 3 штуки возьмем, хватит. Стоите на охране Капитолия, и вдруг вы видите, что... Короче. Слушай, фракционные машины брать какие-то можно, да?
Да, ребят, тут, короче, фракционные машины можно брать, но они все какие-то. Интересно, давайте возьмем, может рыбу на такой поддаем. Смотрим. Да ну что, серьезно? Это что, серьезно, что ли? Да ну нафиг, еще и попытаться не может. Какая тут самая крутая машина? Давайте самую крутую посмотрим. Ну вот это, наверное, самая хорошая есть. Линкольн, да? Еще вот тут какие-то есть, наверное. Вот это самая, да, такая? Не, ну я такой лимузин не хочу. Интересно, багажник у него есть? Да ну нафиг, тут еще два броника лежит. А вообще можно, нельзя машины брать? Может их нельзя брать? Ладно, короче, покатаемся чуть-чуть. Я чувствую, что такую тут, наверное, нельзя брать. Ну ладно, я попробую, я же не знаю, на самом деле, можно нельзя его. На почту сейчас на Линкольне покатаем. Все прелести работы в мэрии, да? Ну, багажником я бы, конечно, такой машиной не пользовался бы, потому что... Мало ли, вдруг ее кто-нибудь старше по званию эвакуирует нафиг, и все, правильно? Может такое быть? Может. Это которая рыбу может нанять, это Toyota. Я думал, это машина, которая... Ну, короче, катер таскать может. Вот. Будь здорова. Нифига себе, он у меня затусил, да? Так, я не знаю, что как. Знаете, что, время мало у меня, но... Можно попробовать контракт, конечно, запустить. Да, давайте почту сначала отвезем. Надо будет узнать, какие машины можно брать. Нет, ну по идее все можно взять, но мало ли, вдруг кому-то срочно такая тачка нужна будет. Какому-нибудь вышестоящему по званию гражданину, фиг его знает. Да. Ну ладно, на джип погоняемся. А есть покруче что-нибудь? О, да он опять нарисовался, смотрите. Да вообще пофиг. Тут еще одна такая есть. Возьму другую, если что, покатаются. Ничего страшного, я тоже на Линкольне хочу погонять. Ты что, братишка, дипломат тут едет, вообще пропустить надо. Не шучу, шучу, ребят, я так зазнаваться не буду, я аккуратно, видите, катаюсь. Стараюсь не разбить эту машину. Ну, если подразобью чуть-чуть, ничего, ремка есть на всякий случай. Почтальон, да, в правительстве работает, офигеть. А, в шкафу бардак, ну ладно. Бардак потом. Да отстань от меня, я устал. Хочу покатать. В шкафу там, как всегда, этот беспорядок рабочий, так и надо. Не надо там порядок. Поехали, знаете что, посмотрим. Банк будем проезжать? Нет, банк сзади остался. Едем в банк тогда сначала.
Потому что я с деньгами не хочу через гетто проезжать. Быстро должна машина ехать, типа замененка, все такое. Ладно, посмотрим. Ух ты, а сколько у нее багажник, а? Интересно, сколько у него багажник? 200 килограмм. Так. Броники. Нифига тут сколько броников. 100 штук. 90. Охренеть. Но они весят мало очень. И что, вот так можно переложить? А, это не 90. Это один броник. У него процентов 90 или 100 осталось. Ну, ладно, броники пока скину. Потом обратно верну их сюда. Потому что поехали мясо повозим, пока халявная тачка. Пацаны, вам лайфхак. Устраивайтесь в мэрию, в любой отдел. Берете себе вот такую машинку и поехали катать мясо. Поехали мясо повозим. Во, ребят, смотрите, что я придумал. Вот эта тема. Какой нахрен контракт? Какие там схемы, блин. Поехали мясовозом сейчас заделаемся. 200 килограмм. Ты сколько ходок? 225 у гелика, да? Гелик за 6 ходок. Если все ложить вот так, то... Ну что, ребят, попробуем мясо повозить. Все, ребят, сейчас мясовозом заделаемся только так. И по трассе его проверим, сколько он будет. Короче, контракт на мясо стоит всего 2000. Блин, ну блин, в банке же был, ё-моё. В банке был, ё-моё, деньги на аргута не положил. Банк где? Я уже потерял, зачем слово. За час, наверное, не успею. Но хотя, по идее, на гелике за час можно контракт сделать. Значит, на этой штуке тоже можно сделать за час. Да банк дайте мне, ё-моё, где банк у нас находится? Вот, все, увидел. Это же капец какая тема хорошая, ребят. Смотрите, я пока буду работать в мэрии, я буду контракт... Не, ну рыбу я в него не положу, потому что если вдруг кто-то тачку эвакуирует, чтобы моя рыба там в багажнике не осталась, поэтому нафиг рыбу я туда свою не положу. Вот мясо можно, мясо не жалко вообще. А, личное. Давайте трешечку снимем. На двушечку. Ой, лосось я на нем сейчас положу. Да? Да. Хотя нет, только что говорю, бля, рыбу не положу. Нет, блядь, положу, да. Все. Ну, это прям вообще тема. Слушайте, это офигенная тема. Тем более, там этих тачек, вон, на парковке сколько до жопы стоят. Бери пользу. Ой, я тоже своих отродей хочу вернуть. Кто-нибудь приезжал так контракт делать на Линкольне, а? Интересно, а сколько такой стоит? 200 кг, так-то не хилый багажник. Так, ну, поехали. Засекайте время, сколько там?
В игре вот 19.06 сейчас. Поехали, попробуем быстренько за час контракт на мясо сделать. Главное, вот. Так, а блин, мне же надо было с рюкзака все выгрузить. Пофиг. Давайте, хоп. Скрин надо было красиво сделать. Ладно, найдем, где этот. Так, поехали, быстро за мясом. Вот это мой персонаж забрел все мне. Вы видали, да, какой он у меня этот предприимчивый молодой человек? Находчивый, так сказать. Сейчас будет контракт на мясо фигачить. И по еды как раз 3200 еще падает. Вообще ништяк. На Линкольне еще, наверное. Ну хотя, наверное, вот эти, те, кто госслужащие, они, наверное, так и делают. Ну хотя фиг его знает. Да он 210, он больше не прет. Ну, ребят, даже если он едет столько, даже если он столько едет, это все равно на нем можно успеть контракт сделать. Зато ты на нем не разбиваешься. Ну не 200-221 он едет. Короче, больше чем 220 он не поедет. Это хоть и Линкольн, но это все-таки ивентовая, наверное, машина какая-то, да? Короче, такой только я сумасшедший взял контракты на Линкольн, нифига. Да, в принципе, знаете, на контракт, честно, пофигу, пропадет он, не пропадет. Я сейчас первую ходку сделаю, я вот эти 2000 точно отобью уже, и уже вообще пофигу, хоть пусть он 10 раз пропадет. Ну, потренируемся. Я же хотел купить такую машину, у которой 195 кг багажник, для чисто чтобы это таскать лодку. И думал, что на ней можно еще контракты сделать. Сейчас проверим, за сколько времени. Ну, на Рапторе 7 ходок. А у Гелика 6, но у Гелика этот... У Гелика зато этот, как его, скажите мне, я вам скажу. Да куда ты, молодой ты человек? Делаем это ограбление. С тобой. Да нету ничего, пацаны. Давайте поскорее, пожалуйста. Все? Еду? Доеду на нем, блин. Да ладно, не буду скидывать. Сейчас посмотрю, сколько залезет. Хотел шлем скинуть, да. Да, наверное, ладно, оставлю рюкзак. Ну, короче, на себе шлем оставлю. Ну, в принципе, я не могу сказать, что он долго едет. Он нормально едет для такой тяжелой машины. Конечно, это... Ну, сколько там финик? Финик 260, да? Лесовоз приехал. Так, давай, походки где там? Походки быстро. Прикинь, сейчас положить нельзя.
Да ну нафиг, вот это облом, блин.